где он? Мы уже в ЗАГС опаздываем. Я вообще свидетельница. Да хорош, сейчас подъедет, что паникуешь? Лучше бы такси вызвать. Что такси? Тяпа на обеде подвезет. О! Здорово, молодые! Извините, что опоздал. Пока кольца вешу, два раза с стремянки упал нахер. Прыгай, ё... Погнали, брат, здорово, братан. Здорово. Ну что, может, выпьем за молодых, а? А ты говорил, у жениха самая большая машина. Хуй! Всем здорово! Извините, застряли. Под мостом, блядь. Дай-ка. А ты свидетельница, что ли? Ну да. Может, мы там с тобой сегодня это, по традиции-то? Это твоя машина, черт. А че? Да я ж пошутил, вы что гоните, что ли? Тяп, давай, заливай его на! Вот так. Сем, ты что делаешь? Свидетеля убираю, хочу ему памятник поставить. Тяп, лей его нахер! Братух, я так на испытательном сроке. Мне пока Ростов не доверяет, вот порожниками гоняет туда-сюда. Давай за ноги его бери! Заведите, да хорош! Выпустите! Я тут сейчас все заберу! Чё, блядь, тяп! Он шо ж там, чё-то столот, друзья, а чтобы еще больше поднять себе настроение, переходите на наш канал и смотрите новые серии «Красавица и чудовище». Вас ждет масса позитива и смешных историй из жизни лютого гопника и живущей с ним пышногрудой блондинки. Подписывайтесь на канал, комментируйте, жмите «Мне нравится» и давай дружить!